Это была Юлия Руденко, но немножко завела. А сейчас, дорогие друзья, я хочу представить вам Александра Яковлева. Вы, как только он запоет, вы сразу все поймете, это автор-исполнитель. И наверняка, многие, ну не многие, но может быть хотя бы хоть кто-то, я думаю, что Александра Леонидовича Яковлева вспомнят. Потому, да, вот, видите, человек, вот Александр Леонидович, у вас здесь свои вагоны. Александр Леонидович замечательный автор, потрясающую лирику пишет, потрясающий вокал. Ну, собственно, вы сейчас все услышите. Александр Яковлев! Цветы на граните, на холодном граните. Запомните, люди, и память храните о том, как когда-то с последней ракеты выстрел прощальный гремел над планетой, а в могилах лежат солдаты, неизвестны нам их имена. За нас, с тобой, за все когда-то в жизни их забрала война. На граните слезы, на граните слезы. Мать подняться хочет и уйти не может. Поклонись же низко мимо проходящим этим обелиском, этим здесь лежащим. Ведь в могилах братских лежат солдаты, неизвестны нам их имена. За нас, с тобой, за всех когда-то жизни их забрала война. Так проходит лето, так проходит осень. Над могилой этой ветер снег разносит, как когда-то раньше здесь стоят березы, только ветер летний их покой тревожит. А в могилах братских лежат солдаты, неизвестны нам их имена. С тобой, за всех когда-то жизни их забрала война.